Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с работой художников и скульпторов и их автобиографии. Стефано Модерна, скульптор итальянского барокко ломбардской школы, брат архитектора римского барокко Карла Модерна. Я пользуюсь Википедией. Семья архитектора Карла и скульптора Стефано происходит из местечка Каппалага на берегу озера Лугана в Тесинском кантоне итальянской Швейцарии. Однако в свидетельстве о смерти скульптора указано место его рождения – Палестрина, а сам он подписал барельеф в капелле Паолино базилики Санта Мария Маджоре Стефано Модерна из Рима. Сделал это. Стефано родился в семье Антонио Франческо Фраско около 1570 года. В 1596 году завершил пятилетний период обучения у фламандского скульптора Никола де Араса, одного из наиболее авторитетных художников того времени, работавшего в базилике Санта Мария Маджоре в Риме. Вероятно, вместе с ним Стефано Модерна начал заниматься реставрацией эллинистических статуй и созданием новых по их образцам. Самое знаменитое произведение Стефано Модерна такого рода – мраморная скульптура Святой Чичили, лежащая фигура, облаченная в прилегающей к телу туники. После этого успеха Модерна выполнил другие заказы, в основном скульптуру для надгробий в разных храмах Рима. С 1606 года входил в большую группу художников, которые занимались постройками семьи Боргезе, базилики Санта Мария Маджоре, а также работами для Кверинального дворца, где Модерна выполнил лежащую фигуру святого Петра на фронтоне фасада. Он создал также две аллегорические скульптуры, изображающий мир и справедливость для алтаря трибуны церкви Санта Мария делла Пачи. В церкви Санта Мария де Лоретто он сделал две статуи ангелов, натуральную величину и многое другое. В 1607 году был избран в Академию Святого Луки. Стефано Модерна стал выдающимся скульптором своего поколения искусно, совмещая элементы маньеризма и барокко. Изготавливал небольшие статуэтки из бронзы и терракоты. В Санкт-Петербургском Эрмитаже есть несколько эскизов, происходящих из коллекции Филиппа Форсетти в Венеции. Стефано был женат, у него было шестеро детей. Скончался в Риме в своем доме. Был похоронен в церкви Санта Лоренцо ин Лучино 17 сентября 1636 года. Ну вот так вкратце о скульпторе итальянского барокко ломбардской школы Стефано Модерна. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.